Все, не ори. Жди, пока танков присмотрим. Всем привет. Привет. Питкин, спекайся в танка. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Прыгните на сон. Можно пресс-хабар?
Вылетел, сейчас зайду. Кто в танк? Тянет? Это в танк тронет. Ой, ты иди, тяни. Кинжустан. Надо, чтобы кто-то был да. На мелких. Питкин в танке. Заберите. Убивают, блядь, заберите моба. Кольцо, кольцо. Уже было кольцо. Либо. Инвиз, блять. Ты не того моба бьешь просто. В смысле, я массой бью. Вот которого ты танчишь, того он и бьет. Ты, блядь, эту... А, он включен, есть все. Ты тише, ты фонишь слишком сильно. Идемте, там последний трэш, убиваем и идем на дракона. Все, наушники одел. Убейте.
Хватит все на дракона. Палка, кулак под друидом. Войт, начинай. Каску магом. Магом каску. Тотемы ближе. Тыкните носом, мазефака в РК. Если в танка будешь вторую копию танчить, Питкин первую копию войд босса. Роджер, хилишь мазефаку, Плариум, Тромбон, Питкина. Там можно коня охнуть на броню поставить. Угу. Начинай. Если кто-то с ДК умирает, это не войд будет, заберешь второго босса. Не старайте, можно каст. Да, кажется, будет тяжело. Пики, ловишь копию сейчас. Пики на второй копии прижмешь незыблемость. Давайте рост. Далеко отводишь Питки. Куда ты пошел? Мазефака лови. Войт, лови босса. Питкина поднимайте. Табурен, поднимай Питкина. Я уже поднял. Сказал же тебе поражаться. Забирай свою копию. Мазефаку хильте. Опять не знаю, что вы делаете. Болтар не оставляй. В мире хватает героев. В мире хватает героев. Болтар не оставляет живых. В мире хватает героев. Болтар не оставляет. В мире хватает героев и бест.
Болтар не оставляет живых. Да, танки не хилят. Ой, танки не танчат, хилы не хилят. Ну его как-то слишком сильно сложило. 2000 там по 40% хп. 85 стаков, куда? Никто не знает, что эти стаки делают, так что может даже не спрашивать. Они что-то делают? Не-не. Ой, да вообще нету прожимок. Войт не хочет выжимать из класса своего 100%. Ну давай, Питкин, ты начнешь босса танчить. Вот первую копию, вторую мазефака. Давайте бафы. Ставлю столик. Чек. Питки, давай, агрибосса. Значит, РДД, выходим все на дистанцию. Появляются лучи, которые будут вас соединять с боссом, вы отбегаете от него. Будем играть так. Останавливайся, Питкин. Остановись, Питкин, почему ты спиной его танчишь, господи? На дистанции выходим. Сейчас будут лучи. Вторую копию войт словишь. Двое сильнее страдания. Кому лучше, возле босса отбегайте. Его типа поднять надо за 3 типа. Ну вот, ловишь копию. Не знаю, почему он умер. Даю сакуру. Горем пополам убили. Мазефака, что ты делал под боссом? Ты же не танчил его. Святилище считалось немного странное. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Чёрт, явились никуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли. Тут хотя бы так надо прижиматься. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетом. Но основатель... Экстраза выбрала достойность. Атакой руководил кровожадный зарядник. Так, битки на боссе. Вот на трэше. Тут замешано и более могущественное зло. В самом начале... Я ощутила присутствие их настоящего. Слуги! Обратите их в пепел! Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики.
Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Питки, на тебя уже сейчас будет 3 стака. Пришло время юзать удар смерти, захват трона, когда у тебя лоу хп. Сжимай незыблемость. Да, светлый форм не бил. Верните трэш, который тут. Питкин, сколько в тебя влетело? Мне просто интересно, ты с фулл хп упал. У него, может, армора нету? Ну, он не с фулл хп упал. Стакиш, срезает их. У меня на нем было 5 стаков, а дебаф от босса, это минус 100% брони. 49 тысяч летело. Так, ну давай, Питкин, свет потанчишь. Это легче, чем тьма, Войд. Тьму, Питкин, свет. Мазефака, в ДД спекайся. Машулечка, в свету будешь дамажить. Мазефака во тьме. Килы все во тьме. Кушайте рыбу. Третья, четвертая пати свет бьют. Первая, вторая, тьма. Так свет бы схивал за что? Я хил свет. Остальные хилы во тьме? Да. Каску дайте, пожалуйста. Сейчас дадим каски всем. Кому еще каску, плюсик? Всякий. Да, пишите, кто на какой спек рулит. Все, заходим за линию. Начинаем, Войд. Питкин, что ты там делаешь? Уйди оттуда. Только, Питки, не заходи только во тьму, пожалуйста, ты свет танчишь. Кто умирает по-глупому на этом боссе, не ролит вещи с него. Побежали метеор. Вару, иди с фрейма босса. Встань звездочку, Вар. Понимаете, что может кинуться метеор на вас? Он будет в центре фрейма, половина рейда не успеет перебежать и умрет. Для этого я кидаю метку в рейд, чтобы все в нее стояли. В ней побежали. Да, ДПС слабоват. Рой метеор уже. Заходи, Войд. Рейд все заходим. Питкин, станешь там, где Войд танчил, словишь босса. Ваки, выноси метку. Надо
Я заметил уже. То есть как ГС можно убивать спидлерта, значит уже. Процента ГПС. Кидай лужу на портал, кваткой притягивай босса. Пока даунти босса отлично. Свет, третий, четвертый пати вышли. Берена, зайди обратно во тьму. Сказал же третий, четвертый пати. Давайте рост в свету. Ваши слезы меня сбреют, если вы не станете нормально. Блять. Пиздатый танк. Падаем. Ты хоть прожимайся, я не знаю. Я выносил метку, он сдохнул. Давай, Плариум, свету похилишь. Там за 2 секунды по 20к въебало. Питкин, почему ты не завязал захватрон удар смерти опять? Ты бы сейчас выжил. Что это такое? Могу хилить манекенов просто. Приходится 2 хила в свет ставить. Там же кровать, вот еще можно прожать, если комплект. Ну, 30 секунд для действия, это минута КД. Те еще и с этого набор весь есть. Не знаю, возьму, почитай скиллы, свои таланты. Прок 10-12 секунд действует. Можно просто на хилках жить. Человек на баф. Плариум готов. Плариум, ты свету остаешься. Выходишь с тьмы в свет потом, на третьей фазе. Начинай его. Побежали. А, ну тут у него ботинки с ДД, наручи ДД. И похо на ДД. Даже с таким ГСом можно танчить. Купил бы за триумф уже с этого плана. Жаль, метеор. Кильбика, выноси метку. Лужа в рей, это шлет лужа. Заходите, заходите во тьму, я захилю. Плариум, заходи тоже. Питкин, становись там, где стоял я в первом трае. Юзай этот антимагию на дыхание. Антимагия на КД, юзаешь безупречный клык. Или ключ. Хотя бы это делай.
даром смерти юзай, когда у тебя уменьшается хп. Блин, это же так просто все. Надо будет рвать жопу, у тебя хилить. Блин, метка. МК дай мне, блин. Два. Ну, давай, кидай лужу, Питкин. Хваткой притянешь босса. На 60% кровотвод прожимай или незыблемость. Сейчас можно было незыблемость прожать. Поздно прожал уже. Давайте в свету рост. Джест, метка. Бежали. На танке метеор. Поворачивай Халёна на рейд, правильно. Во тьме дали рост. Ух ты, бля. Коварная лужа. Остерегайтесь теней. Во тьме дали рост. Дали опять. В звездочку. Перепух, поднимай Авенса. Подбежали метеор. Блять. Ты там его поднимал или это анимация была? Поднимал, поднимал. Просто. Ну, по-моему, ты сбил каст. Потратил БР никуда. Нет, у меня висит, я сейчас там. А, я понял. Дали звездочку. Бежали метеор. Лужа в рейде опять. Кирошитова на семетку. Уже лучше. Ты уже два раза, наверное, удар смерти завязал вместо одного, походу. Так. Хила чешка на мейн. Панцирь взял. Кольцо на хила. Мили наручи. Дрексон, давай, верим в тебя. Кидай роль, Дрексон. Так, не кидает ролл. Ладно, шпалка. Выиграл. Да, 500 ЕП. Еще будет? Кто-то будет собирать целка 25 обучку? А еще одной раски не будет? Не знаю, мне уходить через 17 минут. Какой там онлайн? 33. Сейчас перезайду, попробую собрать еще.
Ой, ты не будешь собирать ссылка 25? Не знаю, как по онлайну будет, если надо, можно собрать. Перезаходите на других персов, сейчас попробуем еще собрать. Сейчас куда пойдем? В РС пойдем. 25, оп. Да, все верно. Протопал, протовар, трэш, пуляй. Мама, я курю, пуляй. Раза выбрала достойных союзников. Да, я тоже понял. Закончить вас. Слуги, обратите их в пепел. Пришло время отдать прожимки. Все, сразу идем на Халеона. Первая, вторая пати тьма. Третья, четвертая свет. Милтанг. Джелис во тьме. Селена в свету. Пирожок. Не знаю. Где нравится, дамажить, там и оставайся. Рыбу кушайте. Пишем аркан на кого-то ролик. На что можно ролик, на другого? На ДД. Ну на какой спек? Пиши, на какой спек рубишь. Чек на пол. Мама, я могу тут? Да, кушаю. Все готовы. Войд, начинай. На пульте на Войда. Мне там же стоять на третьей идее Войда. Кидай. Верно. Кидай истерию. На Войда лучше кидай. Вы ж погнали. Бля. Блин, бы на семетку. Дисплей сам себя. Зашли от фрейма, леди говорю, от Халеона, становимся в квадрат. Бежали мы его. Вау, вот полетели вы, да? Заходите во тьму. Селена тоже заходила во тьму. Мама. Мама, оставайся. Да ладно, выноси метку. Лезвие. Потрите лезвие.
Сломил танк метка. Сколько процентов там уже? 52. Кидаю лужу, мама, я могу. 50. Лужу в портал и этот хватку под купус. Третья, четвертая пати, выходим. Рост в свету. Белин не знает, какая пати мне. Рош. Лена, метка. Встаньте в квадрат, чтобы вас не откидывало от меток. Чтобы не было хаоса в рейде. Сорян подхилил частицу, забыл обновить. Подбежали. Во тьме дали рост. Кто-то из ДД, заходите во тьму. Кто в свету находится, зайдите во тьму. Там нету лезвий? Есть, есть. Стопайте в свету. Стоп в свету по Халиону. Хан, лезвия. Заходите там. Сова, заходи. Хан, заходи. Побежали. Метео. Все, свет можете бить. Шульно выноси. Монофрит выноси, нет. Дали квадрат. Так, побежали. Осторожно, метка в рейде. Съебали. Давайте запястье на хила с собой, Лема. Или наручи.